Что-то за чувак какой-то странный там. Странно он себя ведет. Что это он делает вообще? Что вообще непонятно. Кто-то подозрительный вообще. Ну стой. Ах ты зараза. Эй! Мужик, стой! Стой, я сказал! Сюда иди! Стой! Стой, ко мне прицелился! Стой, я видел! Вот этот момент все-таки я попробую выложить в свой телеграм-канал, если он его не удалит. Ссылка на мой телеграм будет в описании, я постараюсь для вас его выложить. Не в Бусти в этот раз, а именно в телеграме. Поэтому подпишитесь, потому что там я буду стараться какие-то моменты выкладывать. Телеграм тоже сейчас начинает удалять такие ролики, потому что они очень не соответствуют правилам. Там серьезная тема поднята. Поэтому, ребята, всех жду в телеграме. И, кстати, я там общаюсь со своими подписчиками, поэтому подписывайтесь. Погнали. Как ты можешь, блин? Ничего ты не докажешь. Слушай, отстань! Я все записал! Хорошо! Ментов вызовешь дальше! Я сейчас вызову, знаешь! Ты за все ответишь, ты понял? Что я отвечу? Да иди, они давай! Они расплодились здесь! И кусок здесь! Да, что ты лепишь, блин, сабка, блин, вообще несчастный, как ты мог, блин? Вообще собаки несчастные, они расплодились! Ты за все ответишь, ты понял, блин? Ага. Тихо, не рыпай, говорю, блин! Так, то хуже будет! Ты поцерковал, и ладно, давай эти денег там, все, отпускай! Ты денег, ты сейчас за все ответишь, блин, денег! Стой, блин! Садись сюда, руки, чтоб я видел! Сюда вот сидишь, чтоб я видел твое гнусное лицо. За все ответишь, ты понял? Да не за что я не... Чтоб руки я твои видел. Не... Сиди здесь. Смотри. Сейчас я вызову. Денег тебе не надо, да? За всеми деньгами. Ой, дурачок. Борец за справедливость, да? Алло. Здравствуйте, это полиция, да? Задержал тут человека одного. В общем, он находится в парке, да. Вы можете вызвать наряд, чтобы его забрать? У меня камера, я все записал, в общем, все зафиксировано. Что-то посмейся мне еще. Не, не вам. Да, да, да. Улица, как она? Львовская, по-моему, 25, по-моему, так. Да, тот угол, получается, возле парка этого Максима Рыбина, не помню. Да, да, точно его, да. Хорошо, жду. Все, жду. Сколько, через сколько будете? Угу, спасибо большое. Ну все, готовься. Сейчас надолго сядешь, понял? Да, да, да. Закон такой. Думаешь, смешно это? Закона нет такого. Какого закона нет? Я все записал, ты собаки, блядь. Ты хоть они? Понимаешь, что это? Где они? Что у меня все с собой, блин. Я забрал в рюкзак. Подкинул. Что подкинул? Ты было видно, как ты там, не твоя собака была, 100%. Ты не мой хлеб. Я просто да. Нашел. Да, ты уже признался, что хлеб брал. У меня его нет. Да, сейчас за все ответишь, ты понял? Разберемся. Это ты тут собак вообще, да? Походу, это куча собак пропадает. А ты откуда знаешь? А я знаю. Разберемся. Мне повезло, что я тебя поймал. О, ничего ты не докажешь. Ну все, ты за все ответишь, да ты понял? Да ни за что я не отвечу. Сиди тихо, блин. Ты, я тебя спалил на камере, блин. Ты... Да ни хрена у как... тебя нету. Ты там как лучше... ты мог вообще? Они дикуса это, понимаешь? Что кусает собаки? Шапки. Блин, это так, бездомная собака была. Сержант Апанасюк. Здравствуйте. Вызывали полицию. Да, это я. Здравствуйте. Расскажите, что случилось, что ничего произошло. Ничего не случилось, так, тихо, смотрите, ситуация какая. Я шел по лесу, в общем, видел, как он чем... У меня есть видеозапись именно. То есть пить. Твой хлеб был, да вообще ни, никакой собаки. Моя была? Собака. Короче, бездомные собаки. Он чем-то их, я не знаю, что он с ними делает, в общем, и... Значит, есть, я сейчас вам покажу. У вас есть видео? Да, есть видео, сейчас я покажу да. Сам хлеб. Так, тихо сиди. Подождите. Незаконно. Смотрите, вот этот кулек, в общем, я у него забрал. Вот здесь хлеб, короче, он кормил. А вот, представляете, в лесу. Просто свою собаку кормил. Какая твоя? Она левая была вообще, ты убегал от меня. Вы знаете, кстати, в этом районе есть ориентировка, что пропадает очень много собак. Ну, да, я, кстати, всегда слышал это. Пошлите. Пошли, пошли, пошли. Есть запись? Не да тихо, не сопротивляйся, блин. Он вообще пытался, он вообще жесткий пытался убежать от меня. Он напал на меня в лесу. Кто, да, собака? Есть... Нет, вот этот... Его посуд бери. Да, да. Всех, ты за все ответишь вообще. Ждёр, блин. Как так...
У меня до сих пор слов нету, как он мог такую несчастную собаку. Смотрите, по видео я это вот, куда вам скинуть видеозапись? Подъедете завтра в 11 часов в управление. Угу. А какое? У дежурного спросите, а Панасюк? А, я понял. Да. Это второе управление, да, получается, да. В этом районе? Да. Все, хорошо, спасибо. Все, смотрите аккуратно, а то он сопротивляется постоянно. Да, стоп, там собака осталась в лесу, мне надо ее наведать, может быть, с ней, наверное, чтобы она ничего не съела такого. Так, где же эта собака? Где же это? Где бы она здесь была? Иди сюда! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Пошли, иди сюда, пошли! Иди сюда, хорошая! Смотри, у меня корма немножко есть. Привет, привет! Как ты? Как ты? Скажи, тебе ничем не там этот вот, не дал ничего плохого тебе. Маленькая, как дела? Ты девочка, да? Ты девочка. Как дела? Все хорошо? Слушай, у меня знакома твоя. Подожди, мордочка знакома. Мордочка, стой. По-моему, ты с ошейником. Точно, я тебя где-то видел. В объявлении, по-моему. А ну, все нормально? Слушай, может, тебя надо хозяевам отвезти, да? Держи, кушай. Хорош, идем. Идем, пошли, тебя надо отвезти. Пошли. Тём, как он мог вообще, такой как ты? Такая же маленькая, хорошая. Сейчас накормлю, у меня еще корма чуть есть, да. Да, хорошо, идем, пошли. Идем. Ты послушная такая, такая-то домашняя, да? Сбежала из дома? Рассказывай. Идем, пошли. Идем, пошли. Ладно, ты сама идешь. Хочешь корм? Давай. Пошли, дам корма тебе. Ну. Идем, пошли. Идем. Да, молодец. Идем. На. Чисто, пошли. Идем. Блин, ты ж такая добрая. Как тебя зовут? Чисто. Чисто, не убегай, там дорога. Не убегай, на. Молодец. Идем. Пошли. Сейчас мы тебя хозяевам отведем. Да? Идем, пошли. Пошли. Так, идем, пошли. Ну такая игривая, молодец. Идем, пошли. Иди сюда. Давай. Целась, молодец. Все, сиди. Ух. Привет. Сейчас дам корм, сейчас. Не волнуйся, все хорошо будет. Не волнуйся. Сейчас поедем. Так, где-то я, знаешь, я видел где-то на столбе объявление. Может, это ты там была? Признавайся. Так, погнали. Аккуратно, не упади, держись. Сказал бы, пристегнись. Так, где же я видел это объявление? Я уже не помню. По-моему, где-то здесь. Ну как ты? Устала? Ты голодная? Надеюсь, он тебя ничем не накормил там плохим. Такая домашняя, хорошая. В каком-то столбе вроде видел. Так, ага. Ага. Так, по-моему, это... Да, это этот столб. Точно. Да. Ага. Сейчас посмотрим. Так, сиди здесь, я сейчас. Да! Точно, это она. 100%. Ничего себе.
Смотри, это ты? Чуба? Чуба? Тебя Чуба зовут? Точно, похоже. Так, замолчу, набрать, выйти, звонить. Я еще волнуюсь, звони по телефону. Ну окей, давай наберем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий зовут. В общем, я увидел объявление на столбе, что вы собаку потеряли. Чуба, это ваша? Да, Чуба, Чуба, это моя собака. Вы нашли мою собаку? Да, она в парке была, в общем, там ситуация произошла. Я сейчас все в порядке, она здоровая? Да, все нормально. Я вот как раз узнал ее по объявлению и вот хочу вам ее передать. Боже, наконец-то, я так переживала, так волновалась. А где вы сейчас, когда вы сможете ее привезти? Ну, скажите мне адрес, я в этом районе, возле парка этого Максима, я не помню, как он называется. Это совсем рядом с нами. Да. Приезжайте. Все, хорошо, да, мы подъедем там, я думаю, это рядом здесь. Ой, спасибо большое, жду вас с нетерпением. Ну что, хозяйка, ты уже устала, бедная, да? Все, хозяйка тебя ждет, сейчас домой поедем. Да? Так ты Чуба, оказывается. Вот так вот. Все, ты балдеешь уже? Ладно, поехали. Ну, слава богу, хоть нашлась. Так. Не волнуйся, сейчас доедем. Хозяйки твои наволнуются за тебя. Ты в лесу гуляешь. По-моему, это там следующее. Ох, собака бежит. Да ладно. Ничего себе. Чуть под колеса не попала. Видишь, какие собаки бывают, да? Ты послушная, ты хорошая. Так, по-моему, это здесь. 8. Там 4, по-моему. Так, по-моему, здесь. Да. Вроде здесь. Окей. Будем твоей хозяйке звонить сейчас, да? Алло. Здравствуйте, это Юра опять. Я, в общем, привез ее. В общем, она здесь. Можете открыть, мы возле двори вас. Ой, заходите, там открыто. А, все, иду, хорошо. Все, да. Что, пошли, идем? Все, пошли, идем. Ну, пошли, давай, домой. Где дом? Заходи, тут. Все нормально, не волнуйтесь, я ее просто нашел в парке. Заблудилась там, в общем, ситуация. Все с ней хорошо. А мужчина просто пытался что-то подкинуть, представляете? Пытался накормить чем-то, я его остановил. Я понял, что это не его собака, потому что он от меня убегал. Врачу, сегодня же пойдем к врачу. Спасибо вам огромное. Не волнуйтесь, у нас все хорошо, перепугалась немножечко, но... Как мне вас отблагодарить? Да не, ничего не надо, я просто привез, нашел ее, узнал на столбе, что это ваша собака. Как это не стоит благодарности? Вы не понимаете, как это ужасно. Да я рад очень, все хорошо, давайте не волнуйтесь. Давайте все-таки вы как-то... Нет, все, просто не отпускайте ее, хорошо? Спасибо вам. Держитесь, чтобы она, ну... Зайчик, смотри. Чтобы, не дай бог, не потерялась, потому что очень волновался. Все, Чуба, хорошая собака. Я пошел. Она уже устала, в общем, она перепугалась. Моя красавица, да, ты такая хорошая девочка. Совсем пойдем домой. Все, я тогда пошел. Все, еще раз. Спасибо, всего хорошего, да. Не волнуйтесь, все нормально. Все, будьте здоровы.